face pentru prima dată în Moldova. Cea care a invitat-o la noi este creatoarea Olga Blanc. Mai mult, designerul a creat câteva rochii special pentru modela Aliona Spadeniuc, care urmează să participe la concursul Miss Univers. Bună seara, Aliona! Bună seara, Olga! Bună seara! Am înțeles că Olga, Aliona a venit la noi doar pentru câteva ore ca să probeze rochiile pentru Miss Univers și pleacă, zboară înapoi la Kiev, da? Da, это правда. Алена прилетела специально ко мне на примерку. К сожалению, у нас есть всего один вечер, который она проведет в Молдавии, потому что у Алены сейчас, ну, естественно, график перегружен в связи с подготовкой ее конкурса «Мисс Вселенная», поэтому у нас с Аленой было всего, есть всего 5 часов в Молдавии, и мы решили по максимуму все успеть. Алена, тебе плак руки, или пекарь, или грязь, Ольга, пентру тине? Тебе нравится платье, которое мы создаем для тебя? Безумно. И я думаю, что у меня даже будут небольшие сложности выбрать, какой из них. Они все очень красивые. Ай портат рокиле Ольга и в конкурсул де ла Киев. Ольга, ай дескис ун магазин аколо, ну? В Киев, ай репрезентация Ольга Бланк? Да, в прошлом году у нас открылось официальное представительство в Киеве. Теперь в центре Киева красуется наш шоурум. И после этого последовало предложение сотрудничать с конкурсом Мисс Украина, где мы одевали всех финалисток, и Алену в том числе, когда Алена и стала гордой обладательницей титула Мисс Украина 2016. Алена, повестишь мне пик despre tine. Ești студент, ce pasiune ai și cât de greu a fost să câștigi acest concurs Мисс Украина, să fii considerată cea mai frumoasă fată din Украина? Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, ты студентка, какие твои хобби и как сложно было приобрести этот титул Мисс Украина? Я студентка. В прошлом я профессиональная спортсменка. Гандбол. 5 лет был Олимпийский резерв Украины. И я думаю, что именно это и помогло мне достичь короны, потому что выдержка, режим, это все было. И это одна составляющая. Че факультате фанчи? На каком ты факультете сейчас? Гостиничный, ресторанный, туристический бизнес. Окей. Пасиун, а рамас, май фачи спорт? Че спорт практич, акум читешь, унде спетречь тимп либер? Чем ты еще занимаешься? Свободное время как проводишь? Спортом ты все еще занимаешься или нет? Спорт только тренажерный зал, гандбола больше нет. У меня две большие собаки, доберман и далматин. Да, и свободное время провожу с ними, дрессирую, мы очень много гуляем, горы, пробежки, спорт остается. Ну, я думаю, Алена еще и скромничает. У нее, правда, идет огромная подготовка к конкурсу. То есть они готовят и национальные костюмы, и очень много всего вспомогательного. Ольга, повестишь мне пик despre рокиле, pe care le-a probat astăzi Алена? Pe ce culori mergeți? Cum sunt croielile? Cu ce o să uimiți? Unde o să aibă loc Miss Univers? Конкурс Miss Вселенная 2016 пройдет в Филиппинах. На Филиппинах, да. Когда мы все будем мерзнуть в конце декабря в Молдавии, Алена будет красоваться на песках в Филиппинах. Вей фи алетури де я? К сожалению, я не буду там рядом с Аленой. Я думаю, что все-таки национальный директор Алены будет вместе с ней. Правда ведь? Да. Да, че модели для рукиц? Мы готовим для Алены 5 платьев. Честно вам сказать, сегодня была всего лишь первая примерка, и я думаю, что все-таки финальное решение будет тогда вынесено, когда мы увидим их в готовом виде, мы поймем, какой из них больше, в лучшей степени ее подчеркивает, да, и лучше выглядит. Платья совершенно разные, то есть у нас есть платье, подчеркивающее фигуру, да, то есть такая тип русалочка. Транспарент. У нас есть и прозрачные платья, есть и менее прозрачные, есть и пышное платье. То есть мы сделали максимально разные варианты, чтобы было из чего выбирать. Foarte, foarte curios, abia aștept să o văd pe Alena pe podium. Alena, îți dorești să câștigi acest trofeu Miss Univers? Radica, желаю выиграть этот трофей Miss Вселенная. Și noi să fim mândri că o să porți rochile Olgei. Da. Olga, unde mai ai reprezentanțe? Kiev, Chișinău? Unde mai pot fi găsite rochile tale? Nu este la сегодняшний день чем гордиться. Мы продаемся уже в 8 странах мира. Это Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Украина, Молдавия, Россия, Казахстан, Америка, Румыния и Бразилия. Это очень много труда, конечно, и времени, но опять же за мной стоит моя огромная отличная команда, и мне есть на кого положиться, поэтому, конечно, мы трудимся. Да, он мне, конечно, очень помогает. Не то, что он помогает, он вообще берет на себя очень много моих забот, в чем я ему сильно, конечно, безумно благодарна. То есть ты бракат портиази уроки Обланк? Ну, я вообще всегда в платьях Обланк. Это, естественно, поддерживаю местного производителя. И Алена, кстати, тоже в платье Обланк. Да, се веде. Фарте диферита, дар ец парте семнатура. Феличите. Рас он требе, Алена, кари сам примиле импресии despre Кишинев. Ажус акум câteva ore. Какие твои первые впечатления о Кишиневе? Очень тепло.
Думаю, что летом. На улице тепло? Да, для меня это тепло. Да, Алена ходила сегодня без верхней одежды. Ей казалось, что тепло. Думаю, что летом здесь очень много зелени, и я летом обязательно приеду еще раз. Мне очень понравилось. Что вы делаете сегодня по сбору мне диминяция? Что вы потречете ноапта? В чьи локалы вы сомерчете? Да, Алена сегодня прилетела всего лишь там в 4 часа дня, и вот завтра в 6 утра она уже улетает. После вашей передачи мы поедем куда-то на ужин. Честно, мы еще не выбрали локацию, но я уверена, что мы найдем какое-то классное место, где провести этот вечер. Алена, вряд ли туда читаешь? Какие-то книги читаешь? Читаешь ли? Да, я читаю. Вот за последние 2 недели я прочитала 3 книги. Ого! Да, «Шантарам», «Портрет Дориана Грея» и «Авиатор». И начинаю 4-ю. Форти фунусит, склад романы. Тебе нравятся романы? «Де драгусте»? Да, любовный роман. Разные приключения, фэнтези даже иногда. Айюни бит? У тебя есть парень? Есть. Чефанчи, ты спришь? Даже я не знаю. Уже интересно. Я не успела. Вафи алитур де тине, мерджи ку тине в Филиппины? Он поедет с тобой на Филиппины? Да, он поедет со мной на Филиппины. Куче се окупа? Чем он занимается? Секрет. Секрет. Am înțeles. Nu este gelos? Nu se teme că o să te piardă când o să te cunoască toată lumea? Он не ревнивый, не боится потерять тебя после того, как тебя узнает весь мир. Нет, он не боится. Наши отношения на таком уровне, что мы доверяем друг другу. Он очень рад, очень меня поддерживает. И, наверное, это самый первый человек, какой внушает мне уверенность в себе. Ce concursuri o să fie? Ce probe vei avea de trecut la Miss Universe? Какие есть предварительные туры, то есть какие состязания будут на этом конкурсе? Там идет 2 шоу, первое и второе финальное. На первом мы просто все проходим, купальники, вечерние платья, представления. На этом шоу жюри уже как бы для себя выбирают 20-15, и на финальном шоу из них уже выбирают главную пятерку и главную победительницу вечера. Крейзентина? Веришь в себя? Конечно, со мной вся страна. Такие красивые платья, я... Уже 2 страны. Сейчас у фаты формаса. Ты сим тебе на лаосяра перфекта? Хорошо себя чувствовала на сегодня на передаче. А я ему отела чепут, да? Конечно. Un cadou din partea partenerului emisiunii noastre, un vin moldovenesc pe care să-l servești cu iubitul tău. Да, это молдавское, это подарок от партнеров этой передачи, молдавское вино. Ух ты! Кстати, Алена еще не пробовала. А, уйте, Сережа, супер! Și ție, Olga, la fel, un cadou și să aveți o seară perfectă, frumoasă. Алене să-i placă Молдова și să revină la noi de câte ori. Мы проезжали мимо елочки, она сказала, что у нас очень красивая елка на главной площади, что мы пойдем взять, нас фотографируемся туда. И нам везут, а, уйте, avem, да. Da, se vede de aici. Fetelor, o seară frumoasă, să petreceți minunată. Spasibă, și noi ne mai vedem la o seară. Spasibă.